Всем большой привет! Сегодня будем проверять рецепт варенья из абрикосов, который очень часто встречается на просторах интернет. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Абрикосы разрезаем пополам и извлекаем из них косточки. Должно получиться ровно 1 кг чистого веса абрикосов. Дальше готовим сироп. В подходящую для варки посуду высыпаем 1 кг сахара. Добавляем 0,5 чайной ложки лимонной кислоты, 250 мл воды и отправляем на средний огонь. При постоянном помешивании доводим сироп до кипения и варим его 2-3 минуты до полного растворения всех кристаллов. Затем в кипящий сироп аккуратно погружаем подготовленные дольки абрикосов и ждем, пока содержимое миски снова закипит. Теперь емкость с абрикосами слегка встряхиваем и вращаем из стороны в сторону. Такую процедуру будем повторять каждые 2 минуты, пока не пройдет 15 минут. Огонь все время чуть выше среднего. Варенье ложкой не мешаем и пенку не снимаем. Через 15 минут огонь выключаем. Достаем дольки абрикосов с помощью шумовки и раскладываем их по сухим стерильным банкам. Делим в равных частях на 3 пол-литровые баночки. Прикрываем банки крышками и возвращаемся к оставшемуся сиропу. Бросаем в него 3 ядрышка из абрикосовых косточек, которые нужно предварительно обжарить несколько минут на сухой сковороде. Доводим сироп до кипения и варим на сильном огне 10 минут. После чего проверяем сироп на готовность. Капаем одну каплю на тарелку и проводим ложкой. Если дорожка не затекает, значит сироп готов. В противном случае надо покипятить его еще 3-5 минут и снова проверить. Горячий сироп разливаем по банкам с абрикосами. В каждую банку кладем по одному ядрышку. Сразу закатываем, переворачиваем банки вверх дном и даем им так остыть. Из указанного количества продуктов у меня получилось 1 литр и 300 мл варенья. К сожалению, абрикосовые дольки практически полностью разварились, хотя на цвет и на вкус варенье очень даже хорошее. Обращаюсь к вам, мои дорогие зрители. Подскажите, пожалуйста, что я сделала не так? Почему абрикосы превратились в кашу? Может, кто-то уже готовил варенье по такому рецепту? Интересно, проблема в самом рецепте или в абрикосах? С нетерпением жду ваши комментарии. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!